Во-первых, хочу всем сказать спасибо, что вы сегодня пришли сюда, уважили меня, уважили нас. У нас сегодня очень много событий, которые я бы хотела отметить и лично поздравить каждого из вас. Первое, я хочу поздравить мою бабушку. У нее вчера было день рождения. Дедуля, мне нужно, чтобы вы встали, пожалуйста. Пришли с бабулей на танцевальную площадку. Пожалуйста, на Миша, не бойся, я тебя не насилую. Миша, будьте мужчиной, Миша. Поцелуй, я тебя не требую. Я тебя насиловать? Я поцелуй не требую, но танец обязательно. Бабуля, нога болит. Ничего страшного, дедуля ее обнимет. А где музыка? Сейчас будет. Я встречу Мишу. Миша, не прячься. Если бы я не обнял бабуля, откуда вы все появились? Вы еще фирменный поцелуй не дали. У нас каждый два раза в год мы ждем фирменный поцелуй. Так, надо всем кричать горько. Эти внуки, правнуки. На. Сейчас. Put it to listening. Ты меня всему научила, ты за руку в садик водила, ты хранила все мои тайны. Спасибо за все, что ты смогла дать мне. И сегодня в твой день рождения пожелаю тебе долголетия. Пусть от всех бед, обиды не Насте, ангел хранит тебя в горе и в счастье. С днем рождения, милая, любимая моя, свет и заря, радость ты сквозь бури ночи заслужила. Самой бодрой, но не утруждайся. Не спеши, но повсюду будь первой. Твои наставления люблю я безмерно. Оставайся всегда ты красивой, моя бабушка, будь счастливой. И я взрослою стану с тобою. Теперь же гордиться можешь ты мною. С днем рождения! Ha ha ha.